Власти Индонезии на 3 дня продолжили поиск жертв в результате падения самолета авиакомпании Lion Air в Яванском море. В Индонезии спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы Boeing 737. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 4 ноября. Как сообщается, власти Индонезии на 3 дня продолжили поиск жертв в результате падения самолета авиакомпании Lion Air в Яванском море, а также его второго бортового самописца. Такое решение было принято на основе результатов анализа места аварии, который показал, что многие тела остаются на дне моря. Отмечается, что в настоящее время спасатели подняли на сушу 105 тел жертв авиакатастрофы, но из-за того, что все останки сильно повреждены, из них было идентифицировано лишь 14.